В Серпухове прошел 5-й фестиваль «Купеческий вкус». На этот раз он поменял свой адрес и прошел во дворе мемориального дома известного русского фотохудожника Николая Андреева. Жители и гости городского округа оказались в атмосфере купеческой жизни. Двор купцов Андреевых на Первой Московской ожил. Сотрудники историко-художественного музея попытались воссоздать атмосферу купеческой жизни и поближе познакомить с семьей известного на весь мир фотохудожника в новом ракурсе. Мы будем дегустировать и аптечные леденцы, поскольку здесь были и аптеки, будем пить чай, который любила семья Андреевых. Ну, масса всего сегодня подготовили, также, чтобы вкус случился. Вот. Ну и также мы этим мероприятием открываем большой проект, который будет проходить каждый субботний вечер или день, в общем, все лето и осень по субботам во дворе дома Андреева. Называется он «Объектив России», потому что именно так таковой мощной фигурой для в масштабе всей нашей страны был Николай Платонович Андреев. Теме фотоискусства и купечества на фестивале было подчинено все – от интерактивных зон до мастер-классов и лекций. Одной из них стала презентация искусствоведа Андрея Боровского «Купеческий портрет. Зеркало сословия». Я сегодня хочу рассказать про такой мостик от совершенно такой старый, полнародный, полуиконный непрофессиональной живописи к искусству позирования фотоателье. Гости 5-го юбилейного фестиваля перенеслись в атмосферу купеческого Серпухова, познакомились с интересными персонажами дореволюционного времени, получили на память фотокарточку, отведали пирогов и душистого чая из настоящего старинного самовара.